Что-то, Володь, ты сильно это нас сегодня решил нас сегодня немножко взбодрить, Володенька. Простите меня. Вроде топлю, что-то не натапливается. Не натапливается. Зябка немножко, да? Да, даже немножко. Меня пробило. Я сегодня еще майку не одел. Думаю, я ничего вам не сделаю. Живой еще, говорит. Я и без шубы забрал. Меня отпускается. Что это держит? Прохладно все. Подмышками Центральную скамейку зря приносить-то, никого нету почти. Она только мешает центральной скамейке. Вынесите ее. Королева Надежда, садитесь. На трон. Может, еще не бегут? Давайте побыстрее. Кто набежит? Быстрее вытащите. Заходим, заходим. Вытаскивайте. Да вы сам забыли. Сюда, освободите комнату. Да вот еще все это. Вот там, сзади. Пусть стоит. Занесли, занесли. Сейчас еще зайдет. Владимир, второй заряд. Вот самый главный начальник. Там на руке. Там нет. Я его не брал. Этот. Накопить, там на кухне лежит, на столе. Ну, там. Дай ему проход сюда, пусть садится туда. Ну. Гони его. Вася, Вась, меня зовут. Позови сюда. Телефон зарядить пошел. Куда? Телефон зарядить пошел. Царю небесный, утешителю души истины, и жизнь десный, и все исполняет сокровище благих, и жизни подателю, приди селесены, и очистим от всякие скверны. И спаси, блажи, души наша. Господи, просим Тебя, благослови наше собрание, прибудь с нами и в этот воскресный вечер. Ты пришел свет миру, сделай и нас сынами света. И да этот свет божественный слов Твоих проникнет в наше каждое сердце. И да не устыдимся мы слов Твоих в мире всем грешным и прелюбодейным. Тебе же славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Только не вечер, а утро. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 по 16 стихи. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться и пошел, пристал к одному из жителей страны той. А тот послал его на поля свои пасти свиней, и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Толкование. Под образом человека выводит Бога воистину человеколюбивого. Под двумя сыновьями два разряда людей, то есть праведников и грешников. И сказал младший из них: «Дай мне следующую мне часть имения». Праведность есть древний удел человеческой природы, поэтому старший сын
не вырывается из отеческой власти, а грех есть зло, последствия родившегося, поэтому и вырывается из подродительской власти младший сын, который вырос с грехом, пришедшим впоследствии. Имение есть разумность, которой подчиняется и свобода, ибо всякое разумное существо свободно. Господь дает нам разум, чтобы пользовались им свободно, как истинным нашим имением, и дает всем равно, ибо все равно разумны, самовластны. Но один из нас пользуется сим достоинством согласно с назначением, а другие дарования Божие делают бесполезны. Под имением нашим можно разуметь и все вообще, что Господь дал нам, именно небо, землю, всякую вообще тварь, закон, пророков. Но младший сын увидел небо и обоготворил оное, увидел землю и почтил ее, а в законе его не хотел ходить и пророкам делал зло. Старший же сын всем этим воспользовался во славу Божию. Господь Бог, дав все это в равной мере, позволил каждому ходить, жить по своему произволению, и никто и никого, не желающего служить ему, не принуждает. Ибо если бы хотел принуждать, то не сотворил бы нас разумными и свободными. Младший сын все это в совокупности расточил. И что было причиной? То, что он пошел в дальнюю сторону. Ибо когда человек отступит от Бога и удалит от себя страх Божий, тогда он расточает все божественные дары. Будучи близки к Богу, мы ничего не делаем такого, что достойно погибели по сказанному. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня не поколеблюсь. Псалом 15:8. А удалившись и отступив от Бога, мы делаем и терпим всевозможное зло по словам: «Вот, удаляющие себя от тебя гибнут». Псалом 72:27. Итак, неудивительно, что он расточил имение, ибо добродетель имеет один предел, и есть нечто единое, а злоба многочасна и производит много соблазна. Например, для мужества один предел именно, когда, как и на кого должно употреблять гнев, а злобы два вида – страх и дерзость. Видишь ли, расточается разум, и единство добродетели погибает. Когда это имение расточено, и человек не живет ни по разуму, то есть по естественному закону, не последует закону писанному и пророков не слушает, тогда наступает для него сильный голод. Не голод хлеба, но голод слышания слова Господня. Амос 8:11. И он начинает нуждаться, поскольку не боится Господа, но далеко отстоит от него, тогда как боящимся Господа нет скудости. Псалом 33:10. Так как боящийся Господа крепко любит заповеди Его, поэтому слава и богатство в доме Его, и он скорее по своей воле расточает и дает убогим. Псалом 111, 1, 3 и 9 стих. Так он далек от скудости. А кто далеко ушел от Бога и не имеет пред своими очами грозного Его лица, тот неудивительно будет испытывать нужду, поскольку в нем не действует никакое божественное слово. И пошел, то есть далеко зашел и укрепился в злобе, пристал к одному из жителей страны той. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом, а совокупляющийся с блудницей, то есть с природой бесов, становится одно тело с нею. 1 Коринфянам 6:17-16. Всецело делаясь плотью и не имея в себе места для духа, подобно жившим во дни потопа, Бытие 6:3, жители той страны, отдаленные от Бога, без сомнения суть бесы, успев и сделавшись сильным в злобе, он пасет свиней, то есть и других учит злобе и грязной жизни, ибо все находящие удовольствие
в тине бесчестных дел и вещественных страстей суть свиньи. Глаза свиные никогда не могут смотреть вверх, имея такое странное устройство. Почему и пасущие свиней, если поймав свинью, долго не могут укротить ее визг, загибают ей голову назад и таким образом умеряют ее визг? Как человек, пришедший на такое зрелище, какого он никогда не видал, когда поднимает глаза на сцену, бывает поражен и молчит, так глаза тех, кои воспитаны во зле, никогда не видят горнего. Сих-то пасет превосходящие многих во злобе, каковы содержатели блудниц, начальники разбойников, мытарей, ибо о всех такого рода людях можно сказать, что они пасут свиней. Несчастный сей желает насытиться грехом, но никто не дает ему сего насыщения, ибо привыкший к злу не находит насыщения в нем, удовольствие не постоянно, но как приходит, с тем вместе и отходит. И несчастный сей опять остается с пустотой на душе. Ибо грех подобен рожкам, имея сладость и горечь, на время он услаждает, но мучит навеки. Никто не даст насытиться злом тому, кто услаждается им. Евангелие от Луки, 15 глава, 17 по 21 стихи. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего преизбычествуют хлебом, а я умираю от голода. Стану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобой, уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был далеко, увидел его отец и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, уже не достоин называться сыном твоим». Толкование. Со временем распутный пришел в себя. Ибо далеко он жил развратно, ибо доколе он жил развратно, он был вне себя. Говорится, что он расточил имение, и справедливо, поэтому он вне себя. Ибо кто не управляется разумом, но живет как неразумный, и другие доводит до неразумия, тот вне себя и не остается при своем имении, то есть при разуме. Когда же кто сообразит, в какое он впал бедствие, тогда он приходит в себя через размышление, обращение, отблуждание вовне покаянию. Под наемниками, вероятно, разумеет оглашенных, которые как еще непросвещенные, не успели еще сделаться сынами. А оглашенные, без сомнения, удовольствуются духовным хлебом, с избытком каждодневно слушая чтение. И чтобы тебе знать различия между наемником и сыном, слушай. Три разряда спасающихся. Одни, как рабы, делают добро из страха суда. На это намекает Давид, когда говорит: «Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь». Псалом 118-120. Другие наемники. Это, кажется, те, которые стараются благоугождать Богу из желания получить благо. Как тот же Давид говорит: «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца». Псалом 118-112. А третьи – сыны. То есть те, кои соблюдают заповеди Божии из любви к Богу. О чем опять тот же Давид свидетельствует: «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Псалом 118:97. И опять: «Руки мои буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил». Псалом 118:48. «А не которых убоялся». И еще: «Дивны откровения твои, и поскольку дивны, потому хранит их душа моя». Псалом 118:129. Итак, когда тот, кто находится в разряде сынов, но потом через грех
лишается сыновства, увидит, что другие наслаждаются божественными дарованиями, причащаются божественных тайн и божественного хлеба, а под названием наемников можно разуметь не только оглашенных, но и вообще членов церкви, находящихся не в первом чине. Тогда он должен сказать сам себе сии слова сожаления. Сколько наемников у отца моего избычествуют хлебом, а я умираю от голода, но встану, то есть от падения греховного. Пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и перед тобою, оставив небесное, а согрешил против оного, предпочтя ему презренное удовольствие, и вместо неба своего отечества, выбрав лучше страну голодную. Ибо как тот, можно сказать, грешит против золота, кто предпочитает ему свинец, так тот грешит против неба, кто предпочитает ему земное. Встал и пошел к отцу своему. Ибо нам должно не только желать того, что угодно Богу, но и самым делом исполнять. Ты видел теперь теплое покаяние, посмотри же и на милосердие отца. Он не дожидается, пока сын дойдет до него, но сам спешит навстречу и обнимает его. Ибо, будучи по природе отцом, Бог есть отец и по благости. Он весь всего обнимает сына, чтобы со всех сторон соединить его с собой. Прежде, когда сын сам удалялся, время было и отцу удалиться от объятия. А когда сын приблизился через молитву и обращение, когда благовременно стало и обнять его. Отец пал на шею сыну, показывая, что она, непокорная прежде, стала ныне покорной, и целовал его, обозначая примирение и освящая уста прежде осквернившегося, как бы некое преддверие, и через них не спосылая освящения и вовнутрь. Евангелие от Луки, 15 глава, 22-23 стихи. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Под рабами можешь разуметь ангелов, так как толкование. Под рабами можешь разуметь ангелов, так как они суть служебные духи, посылаемые на служение для достойных спасения. Евреям 1:14. Ибо они обращаются от злобы, одевают в лучшую одежду, то есть или в прежнюю, которую мы носили прежде греха, одежду нетления, или в одежду лучшую всех прочих, какова одежда крещения. Ибо она первая надевается на меня, и через нее я снимаю с себя одежду неприличия. Под рабами можешь разуметь ангелов, и потому, что они служат при всем том, что совершается ради нас, и что мы освящаемся при посредстве их. Под рабами можешь разуметь и священников, так как они обращающегося одевают через крещение и учительское слово, и надевают на него первую одежду, то есть самого Христа. Ибо все мы, крестившиеся во Христа, облеклись во Христа. Галатам 3:27. И дает перстень на руку, то есть печать христианства, которую мы получаем через дела. Ибо рука есть знак деятельности, а перстень – печати. Итак, крестившийся и вообще обращающийся от злобы должен иметь на руке, то есть на всей деятельной силе, печать и признак христианина, чтобы мог показать, как обновился по образу создавшего его. Или иначе, под перстнем можешь разуметь залог духа. Скажу так, Бог дает совершеннейшее благо тогда, когда наступит их время,
а ныне для уверения, как бы в виде залога будущих благ, дает нам такого рода дарования. Одним дар чудотворения, другим дар учительства, иным другой какой-нибудь дар. Принимая сии дары, мы с твердостью уповаем на получение совершеннейших. Дается обувь на ноги, чтобы они сохранились от скорпионов, то есть от погрешностей, по-видимому, малых и тайных, как говорит Давид, Псалом 18:13, однако ж, и тех смертоносных, как и от змей, считаемых, видимо, вредными, то есть от грехов. Иначе удостоенному первой одежды дается обувь в знак того, что Бог делает его готовым благовествовать и служить на пользу другим. Ибо отличительное свойство христианина – быть полезным для других. То есть, кто есть упитанный телец, заколаемый и едомый? Это нетрудно понять. Он есть, без сомнения, истинный Сын Божий. Поскольку он человек и принял на себя плоть по природе неразумную и скотоподобную, хотя и наполнил ее собственными совершенствами, поэтому назван Телецом. Телец сей не испытал ярма закона греховного, но есть телец откормленный, поскольку определен на сие таинство прежде создания мира. 1 Петра 1:20. Быть может, покажется изысканным то, что еще имеет быть сказано, однако ж пусть будет сказано. Хлеб, который мы преломляем по виду своему, состоит из пшеницы, поэтому может быть назван откормленным пшеницей, а по духовной стороне есть плоть, поэтому может быть назван телецом. И таким образом, один и тот же есть телец и упитанный. Итак, всякий кающийся и делающийся Сыном Божиим, особенно же восставленный и вообще от греха очищаемый, причащается сего упитанного тельца и бывает причиною веселья для Отца и рабов его, ангелов и священников, ибо был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Есть места Священного Писания, которые толкуются только один раз. Притом один раз во всей Библии встречается это место. А место готовым благовествовать, оно будет выделено. Но слово о проповеди, слово Божие встречается бесчисленное число раз прямым текстом в притчах и иносказательно. Почему оно повторяется, а другое слово стоит в одиночестве? Очевидно, потому что Дух Святой знает, чему люди более всего будут противиться. Каждое место Священного Писания – это как воин с оружием против замыслов сатаны. Выходя на битву, вожди делали подсчет своего войска. Закрывая последнюю страницу Библии, мы можем увидеть не сотни, а тысячи мест. Передовое охранное войско Иеговы – это его благовестники. И святые отцы, на которых ссылается блаженный Феофилакт, это отлично понимали. Если православные священники и их прихожане не идут проповедовать чистое Евангелие, не о братоверии, не о том, как хоронить человека, то встретятся они с живыми святыми отцами, и с этим же Феофилактом они и живым им противостали бы и стояли бы в оппозиции к ним. Мы специально подчеркиваем отдельные места толкования Феофилакта, чтобы громче ударить по ушам православным батюшкам и архиереям, чтобы они решительно отмежевались от слова православия и по-честному сказали, что они враги Библии, враги святых отцов, что они измыслили новую веру под именем православия, создав себе огромную кормушку во тьме, и церковь превратили в скотомогильник. Удостоенному первой одежды дается обувь в знак того, что Бог делает его готовым благовествовать и служить на пользу другим. Исаия 52:7.
как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой». Римлянам 10:15. И как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Сереж, прочитай внимательно слово «избыточествует». Ты два раза прочитал его неправильно. Прочитай. Избыточествует. Да. Ну, вот это вот. Не от слова «избыток». И слово «избыток». Избыточествует. Не от слова «быть». Да. Избыточествует, избыточествует, избыточествует. Молодчина. Молодец. Молодец. Спасибо. Христос, а что ты избычествует? Да. Куда это годится? Виноват, простите. Товарищик, ну, Татьяна Кузьминична нет на поездке у Нины Александровны, да? Насколько я знаю. Да. Отдыхает. Отдыхает, да. На природе. А Нина, кто это? Жолнирова. Жолнирова. Жолнирова, которая сестра наша, которая вместе они там теперь трудятся. Если она болеет, может заразиться Татьяна Кузьминична. Надя с Костей в путешествии. Путешествующие, Надежда. Не болеет. Надежда с Константином путешествует, а дети болеют с ними. Ну, ничего про детей не говорила, это видимо, какого? В городе дети. Завтра приедут. Ваша дочь хворает? Да, немного есть. Леонида хворает, Мария. Леонида хворает. А Ивана что нет? За Наталью. Приходько. Наталья, на, Наталья Приходько. Ну, мы вот, молимся. Вы вот помним, не забывайте о Наталье Приходько. Она помним, хронически помним. Болящая. Наташа. А не говорили, что у нее операция-то была? Тогда сразу не сказали. У нее была операция? Да. Кто тебе сказал? Любовь Петровна. Говорит, Наташа позвонила, тетя Рима попросила всем оповестить, чтобы молиться. Я говорю, мы не слышали такого. А ну, как Алевтинушка постоянно себя чувствует? Алевтина, ну, она сейчас находится в отделении, ну, в железнодорожной больнице. Татьяна ее опять госпитализировала. Какое так что состояние? Просит молиться, продолжать. Лечится она. Там. Это сложнее. Это сложнее, да. Ну, она говорила, что полегче ей стало. Ну, она была дома. Массажи, иглотерапии, Татьяна писала. Нет, что вот там. Массажи, иглотерапии, ей стало полегче вздыхать. Еще одна. Ее можно навещать или нет? Я сказала. Сейчас во всех больницах карантин по гриппу. Навещать нельзя, только передачи. Передача, она сказала, не надо. В связи с коронавирусом карантин или вообще? По гриппу. Грипп, коронавирус. Ты гражданин другой республики. С другой стороны. Как в том, уже типа анекдота, в транспорте чихнул такой нерусской национальности человек, и все так сразу, он говорит, успокойтесь, я, говорит, якут. Расслабьтесь, я якут. Это точно, это юмор. Юмор-то юмор, два судна блуждают в морях, никто их не принимает там. Прогулялись. Поехали, путешествуем, да, пора повеселиться. Молодежь тоже там всякие устраивает представления в автобусах, на улицах. Поэтому, если у нас тут что-то будет такое, вы не удивляйтесь, дураков полно. Молодые. Так, как наблюдатель, могу сказать. Одеваются хочу, в защиту сказать, и таскают друг друга. Сестры, юбочки подлиннее нужно. Если назвать имена, могу назвать. Ну, называйте. Машет головой, значит, знает. Называйте, у кого там что? Да лично подойдете, назовите. Потом скажу. Идите, скажите. Так. Она просто не поправила, и все. Надо было сказать сразу. Я не успела. Кто еще о болящих? Напомните, кто у нас еще болящий, кто не... Да. Где Ваня? Ваня остался в Павловске, потому что несколько на понедельник официально больничный. Он боялся заразиться. Сейчас не столько уже Павловск. Прям грудной ребеночек, хочу сказать. Выдумки лишние дали. Как у... Нестор, он живее живых пришел в храм молиться, в такую даль приехал. Он боялся за. Как с учебой у вас, ребята?
Как у тебя? Я недавно защитила практику по декору, костюме, футболке. Вся группа защитилась, кроме нашей мертвой души. Кто у вас мертвый? Да, у нас девочка одна. Она... Ну, хоть не ты, слава богу. Нет, ты, я. Она уехала. Твоя душа живая, слава богу. Да, на других девочек. Зачем? Просто как у тебя дела? Помолись за нее, все, и вздохни. Слава богу. Как у тебя? Как там ваши одноклассники преследуют? Они болели 2 недели. Что? Нет? Еще он отдохнул. Дома был, так теперь догонять надо? Пропустил? Ну, у нас есть группа в WhatsApp, и там пишут домашние задания. Выполнял их? Ну, молодец. Еще да. Бравалю Барышникову, она просила тоже помолиться, она ходила к врачу, и у нее там всякие такие неприятные вещи, и поэтому она попросила помолиться. Ну, неприятные вещи, болеют только. Болеют. Да. Врачу уже с лапом уходили. Да, Татьяна. У Вали, очень много снега, она еще уработалась, наверное, на этом снеге. Все откидывала там, до самых плеч было завалено. Она говорит, ежедневно выходить по 2 раза снег чистила. Да. Поэтому она просто перенапряглась. Наверное, ну, понятно. Нет, не поэтому. Ладно, неважно, по какой причине заболела. Болеет. Значит, молиться нужно, чтобы Господь помог мне справиться с этой болезнью. Я хочу предупредить всех, так как поручители мы с Володей, вот у брата Евгения, и у нас проходят занятия по четвергам. Брат Евгений приезжает, ну, еще Дарья тоже бывает приезжает. И мы там разбираем различные вопросы, вообще всякие разные. Сейчас об общине начали просто разговор, потому что такой вопрос был задан. И мы решили просто пройтись по общине, показать, что такое община. Ну, взять наши книги, по нашим книгам показываем, что такое, какая должна быть община. А потом все вопросы, они сами отпадут. И все. То есть вот, так что помолитесь, идут занятия, чтобы когда летом будет у нас крещение, вы знали, кто у нас подготовился к крещению, что с ними проходили занятия, и что это не просто уже люди, ничего не знающие, там не читали Библию или еще что-нибудь, они уже подготовлены, ого-го. Василий Христос, Игнатий Игоревич. Да, конечно, не просто начали, а читают. О болящих. Батюшка звонил и говорит, что митрополит Иларион болен и очень серьезно. Постоянно молимся. Молимся, я молюсь. Ну, мы постоянно молимся, но батюшка сказал, что серьезно даже как. Ну, понятно. И второе, батюшке, что там, это Елена помогла или что? В интернете вышел батюшка на меня, это событие эпохальное. Улыбается, да это. И главное, на него как бы зарегистрировано, что ли, там этот, ну, страничка. Можно найти его даже где-то. Все спрашивают, как ребенок маленький. Сколько ездил, смотрел, я говорю, отстали-то вы на сколько? На целую, говорит, вечность. 1000 лет, наверное, вы. Тоже помолиться, чтобы его Господь сдвинул. Он любит там, один подошел. Ну как овечки мои, все овечки молчат безмолвные, вот как раз. Вот. А люди-то, видишь, огрызаются. Бывает, бывает не то самое, подгрызаются. Надо каждому найти подход. Ну не знаю, я скинул ему один материал, тут один, называется «Ловцы человеков». Кто его слышал, может, Федотов отец Андрей. Не знакомы? Гиперпоп. Федотов. Ну, так он там очень активную работу вел там и поднимал, и в каком-то районе направили. Ну, для патриархии находка. И он начал задумываться, что я делаю. Ну, допустим, здесь там, а церковь-то что там, что привлечь народ, там теперь танцы устраивают и все такое. И прямо танцуют, это где там у них притвор или большой зал какой-то. Танцы. И он в лес ушел, как вот это сильно составлено, так он на лодке гребет, уплывает. Теперь сидит, размышляет, а где-то уже об этом говорит, он молчит, а голос его звучит. На машине едет, и тоже голос его звучит. Ну и на этом, конечно, пришлось ему споткнуться крепко. Он еще не ожидал, какие будут последствия. И почему-то у меня мнение такое, что он на меня выходил. Или я его смотрел так уже часто, в машине едет, все рассуждает. И я подумал, который приезжал у нас этот. Шахматов был. Точно так. И у него начались конфликты. Он выступил. Как выступил, не знаю, но как-то выступил в защиту отца Владимира Головина. А потом где-то и Боркина подцепил. Не согласен. Ну, тут можно только порадоваться. Но на этом-то не остановилось. Вот они не могут никак затормозить. Отойти надо.
А у него свой канал там, и что-то ставит. Ну, видно, потом показывает, какие люди работают у него. Сидят там, такая аппаратура, комната целая. И он все снимает, одно другим, он идет, где видит, о чем думает, говорит. Ну, ясно дело, что у него дело-то идет. Но он там и застрял. Его тогда вызывает патриарх, это митрополит, там кто, и вызывает, или что-то такое. И накладывает на него, что это отстанет от этого. А он не отстал, он разговаривает с секретарем и записывает все, и сразу бегут буквы, какие он говорит, а в это время показывает техника, там моргает, я в глаза не видал такого, ну, дорого все. И он говорит, а в чем я виновен? Ну что, у нас принято, чтобы ты покаялся, и все. Ну, я каяться должен что-то сказать. Это все записывается, и на его стороне сразу людей там тысячи идут, это попы так над своим издеваются, а он допустил еще одно. Пошел в мавзолей чем-то. Куда? В мавзолей? В мавзолей к Ленину. О. Мало того, ему задают вопросы про Ленина-то, а он говорит, Зюганов так не говорит, как он нахвалит Ленина. Ужас. Тут только одно сказать ему, что иди к отцу Дмитрию Смирнову, он тебе подскажет, что за этим есть, и что за человек, и какие миллионы. Речь идет о разрушении всего, что было. А вот и говорит это теперь, передает перед людьми. У меня написано, ловцы человеков гиперпоп. Кибер. Киберпоп. Киберпоп, да. Кибер. 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 Три. Три. У него три. А последнее прощание. Они его там крепко зацепили. На 3 месяца запрет. Он говорит, за что? Ну, за что ты? Сам знаешь, за что. Они неопределенно говорят. А он-то теперь это говорит, которые люди тут. А люди-то, которым он помогал. Помогал-то все в том, что сам задает вопрос. Вот апостол Павел делал бы, что я делаю? Я что делаю-то? То есть он собирает разное, там что-то лепит, делает, ребятишки, люди-то довольны им. И когда он последний уже говорит, уже перед зрителями сидит, и зал большой наполненный, глава администрации района один, который был до этого, подходит, там руку жмут, то есть они его любят. Он там застрял. Я так гляжу с другой стороны. О благовестии нигде нету ни слова. А любви к Слову Божию тоже. Ну, то есть, супер православный. Но он захватил тех, а те уже никак. Он решил, видимо, я его понимаю, думаю, он решил выйти оттуда, ну тогда отпустите меня. Никак, только размажив голову, пускает оттуда. Если меня отпустите, я не буду нигде. Ему хочется сохранить сан и в то же время с ними, но здесь уже по Померскому его захватило. У меня ролик сколько? 60 тысяч подписчиков. А если бы меня это не трогали, ну это, у меня бы сейчас 100 тысяч было. Ну какое отношение-то? Вот у меня сколько-то? Хоть 100 раз тысяч. Ну а что это имеет значение-то? Вот не хватает поддержки. Но у меня близкий знакомый, который крещение принимал, Вячеслав Сергеевич Семенов. Я говорю, ты выйди на него. Выйди и пригласи его. Приехать, чтобы Потеряевку. Он оттуда пошел и говорит, я иду в экологию. А я как-то слышал, наш священник знакомый лежал, чуть ли не Войтович. И там старых-то коммунистов разбомбили-то, но они тоже болеют-то. И я ничего не умею делать. А куда? Он говорит, куда? В попы. Вообще ничего не требуется. И ты вот будешь жить. Ему там говорят, ну еще можно в экологию. Тоже ни за что не отвечаю, все погублено. А зарплата вот, и ты будешь птичек слушать там. И он этот говорит, я в экологии иду. Понимаете, вот на меня навалилось это. Из Барнаула один священник Холодков, отец Сергий. И послали его туда, видимо, в Казань. Он говорит, знаете, нет, я посмотрел, нет. Такое суровое лицо. Дальше жена к психологам, то другое. А Библия, Слово Божие, нигде. Точно так же занимается делами мирскими, им это нравится, детей подобрали, они что-то учатся. И все, как называется, православная там культура. Не о Боге, ничего. И он сидит этот, не разговаривает, а голос его звучит. Я все думаю, а как бы апостол Павел, православная культура. А он в этом уже вложил годы. Видимо, рано рукоположен, может, 21 год, примерно я так. В интернете даже не мог его найти, про эту биографию его. Павел был, нет.
Нужно немедленно сразу первые слова «Я Христе» сказать, о Слове Божьем. Этого нету. И сейчас его там выдавливают здесь. Еще здесь он боится до конца подойти-то. А уже все. Он еще этого не понимает, что дверь закрыта. Назад ему хода не будет, как только раздавленный. А если бы он четко по Слову Божьему был, вместо Писания говорит, Бог превыше всего. Этого нигде нету. Я слушал каждый ролик почти полтора часа, три, да еще четвертый. Я столько времени трачу, и на этого-то вышел, и везде вижу, горе-то какое. Я боюсь за самого себя. Это буду день и ночь плакать только, и глаза выплачешь. Столько людей перед их глазами, и вы говорите по-мирски, они говорят по-мирски, мир хвалит, принимает свое. Петр только сказал, Христа пожалеть, и сразу же отойди от меня, сатана. Матфей говорит об этом, Марк говорит, ибо что ты думаешь о том, что человеческое? А они только что человеческое. Как что было хорошо, построили, Новый год справляют, там елка. Это хорошо в религиозном-то плане-то, а все это пустота. Тебя нету сегодня, и что там? Сегодня кто умирает, где он? Я гляжу перед ним, зал сидит, это его прихожане. Женщины, вот такая вот такая прическа, волосы торчат, ничего нету. Ну, даже не у каждого мужчины такой волос короткий-то. Накрашенные в брюках, все без подков. Это паство. И это передовой считается священник-то. Ты прямо ему скажи, вот она сегодня идет, у ней платье будет уже сантиметров 30. Я сразу раз ее и говорю, 10 сантиметров, это два коробка друг на друга. Вот, сестры, вот. Вы сами за собой смотрите. А что важно это? Ты еще этого не знаешь, как важно. Ты закон Божий прочитай. Какое одеяло должно быть, какие кисточки. Богу что, заниматься нечем? Или Моисею? Благодаря этому помогло им здесь с миром не соединиться. Вот видели, что такое песи? Песи. Вот такие вот косы висят. Молодые парни в школе, школьники везде. А русские-то не знают, хвостик сзади сделали. Ну, комедия просто. Они по-другому к нам не могут относиться, как кикиморы какой-то. Нам никто это не заповедал, что сзади хвостик оставить. А у них прямо, у них стриги головы вокруг. Ты маленько ты соображай. И вот я его послушал, и видно, хороший человек. И тот, и другой. Ну, бывает, как только коснешься, и видно, что. А этот отдельно с матерями работает, с роженицами, что-то у них неладно. Детей там презирать. Это здорово. Вот форпост, когда показывает, что они там делают-то. 450 детей, больные СПИДом. Это не каждый решится на это. Но слова-то Божие нет. Храм, храм. Хоть сколько хромай, до Христа не дойдешь. Ты дай живое слово Евангелия. Во всех моментах нигде нету. Я посмотрел, сколько выступаю. Вот вчера я задал вам, скинул-то где. Вот в моих стихотворениях, я говорю, слово Христос встречается 1900 раз там. Иегова там 980 раз и перечислил все. Сколько в книгах вот в эти лежат, которые ну дал точно до одного, сколько раз? Сколько раз Иисус, сколько раз Христос, сколько раз Иегова, сколько раз Библия. 4 момента. И по интернету разбросал везде. Посмотрите, за последние ну, 300 лет, примерно 500 поэтов мира, сколько раз упомянули Бог Иегова. Показывают. Лермонтов ни разу нигде. Ни разу и нигде. Это в то время тогда было. И только биографию пишет, где бы он ни появлялся, сразу скандал. Он буквально приказывал им подчиниться ему или высмеять. И ту же пулю в лоту получил от Мартынова. У Пушкина один раз слово Иегова встречается. И, кажется, 4 раза слово Христос вспоминает. А остальные дальше еще берут, там такие тома у них есть. Ничего нигде нету. Я кинул, теперь вы поймете, о чем мы говорим. Какая у нас любовь к Слову Божию. И это все пришло к нам не от православных, я уже говорю, это от меня пришло, а я-то сектантов ухватил это. Нам не судить надо себя перетрясти, что мы делаем. Сектантов, когда начинаешь говорить, а им никто не сказал, беседовать с православными. Главное, это что они не церковь. Во всех вопросах они лучше нас. Надо уметь и сказать, и показать. Никаких курсов нигде на это нету. Как любить Бога, Христа, Спасителя и Библию? Нет ни одних курсов никаких. О чем угодно говорят. И теперь даже болеет наш первосвятитель, кто он там назовешь.
я его очень близко знал. Мы вместе обедали, ходили, ездили там в Аптейском, в Америке. Илларион. Да. Его, может, даже прозвище ему там было. Это человек, у которого нет, слова нет. Кто бы ни приехал, любой простофиль его обманет. Ну, просит же. На русские поехали, они уже знали, все туда лепятся. Господин, у которого нет, слова нет. Я ему сказал, так не годится. Он собирался приехать по Теряевку, не приехал. Ему, мы близко на фотографию, в коридоре стоим. Поэтому о нем молитва не просто, а о родном, близком, как вот о Наталье говорят. Ее болью мы, чтобы чувствовали. И в каждом вопросе, где я говорю, что радуйтесь с радующимися, радуйтесь, а никак ее радости-то нет, у нее хорошо. И плачьте с плачущими. Не просто плакать, когда меня задели, защемило, а с ними вместе соединиться. Вот это единство и есть, которое к первому пункту подводит. Имейте общение друг с другом. Вот что я хотел сказать. Батюшка к нам приближается по интернету. Чудо какое-то. Чья-то молитва достигла, не знаю. А теперь я ему подкидываю материал этот. Оптается. Смотри, батюшка. Наши не так будут. У нас, можно еще? У нас какой-то грант был. Самое необычное, что может быть, ну, значит, вот по Алтаю. И этот грант или второе место занял, или выиграл, сейчас точно не скажу. Священник, молодой священник, в какой-то часовне, здесь недалеко, где-то от речного вокзала он, и у него, значит, нету торговли, и он постоянно ведет занятия с людьми, там, постоянно с детьми, и, ну, грант вот на то, чтобы построить какой-то там воскресный, ну, для здания, для того, чтобы там можно было заниматься. Вы узнаете, кто это такой, если кто сможет. Именно часов? Ему отвезли Евангелие, он закрыто было, прямо около дверей поставили в храме. А какой уже храм? Уже установили связь с ним. Ясно. А как фамилия, за кого молитесь? Он все время тренируется, так как-то там бьет, там эти... Да ты его знаешь. Он сильный, здоровый батюшка. Я знаю. Но да, он приходил к нам, он нас... Зовут как? Громил на один, он ассистентами обзывал все давно. Кто ему возил туда литературу? Сергей. Я не возил. Я не возил. Вот она в этом политехе, где мы вели занятия. Володя, и там Чистовенко. А. И так на двери ему поставили. А, точно, Татьяна, да, которая? Что-то такое, да. А кто возил? А? Кто возил? Я подумал, что ты. Вы только хотели. Не возили, не возили. Я с ним связался в Инстаграм, он мне не ответил. Как знать? Ну вот видишь, даже попытка была. Имя-то как? Надо все-таки установить связь. Не помню. Какие священники? По-моему, Василий. Не часто встречаются. Нет? Все, завершаем? Так, по моему делу, по интернету-то там что-то предупреждение, тоже молитесь. Значит, есть люди, которые помогают, составили. А там несколько предложений только можно послать. Там написали они так, что... Я зачитал материалы, которые из книг, которые находятся в 650 библиотеках мира. И на официальную литературу ссылаюсь, я там подряд. И Слово Божие, там больше ничего нету. Но не понравилось, потому что помянули тех, которым нельзя его поминать, я как бы не знаю. Перед Богом нет того, что кого-то поминать нельзя, рассказывать открыто. Но я-то наоборот заступался, и тут все перевернулось, чтобы ценнее было перед Богом. Они сами имя Христово не поминают и хотят, чтобы их тоже не поминали. Ну, понимаешь, какое дело-то. Если мы делаем так, как надо, я его люблю, а он мне за это высочайшая награда. Ну, да, понятно. В доме любящих били меня, Христос говорит. Пришел к своим, и свои не приняли. А раз не приняли, ну, кто он такой, на кресте висит. Господь мне позволяет пройти этот путь. Говорить о них столько, сколько я, и везде призывать к миру, и не было бы вражды, невзирая ни на какие дела их. Просто невозможно, знаете, у меня подряд люди выставляют ролики, да посмотрите, он, как будто бы я совсем и не русский, а об одном говорю. Но Господь это допускает. А по интернету можно вопросом задать? Кому? Вам. Ну, почему? Задавай. Вот там была такая встреча Ткачева и этого Джастина. Да. И вы там написали несколько вопросов. Просчитайте, сколько они там дакали друг другу, сколько там кивали, сколько там руками махали там. И сколько хохотали. А к чему вы это? Я начал считать, но это невозможно сосчитать. К чему невозможно. Вы это? Немного, а возможно.
Ну, и посчитали. Понимаете, границы этого есть, потому что это всего там полтора часа вложиться можно. Останавливаю каждый раз, ага. Или кто-то два человека сидит, кто-то махал руками. А вот это для чего? А ты сам тогда догадайся, для чего? И тогда сделай сравнение одно с другим. И он когда сидит, вот говори с ним, значит, он Христос том назад, а из него вот так вот, вот жест оставит. Га-га-га-га-га-га. Опять. Га-га-га-га-га-га. То есть он не смеется, не понимает люди, что он имеет чистого духа, и дух через него это, ну, писятники, харизматы подсадили. У нас он здесь был, он шли. Он идет впереди, я иду за ним, а Володя снимает. Там он хохотал, я ему сказал, ты же беснование, бес у тебя сидит-то совсем. Там не о чем. Он не может удержаться. Это не смех, а голос он подает. И здесь также сидит Ткачев, непрерывный. И вы не видели ничего. Через это я хотел показать. Проявление в разных вариациях идет у него. А это самое сильное. Ну, в жизни у меня такие люди не встречались никогда. И говорить ему бесполезно, он не может. Ну давай сейчас мы будем разговаривать полчаса, чтобы ни разу не захохотал. А он не смеется. Он серьезно смотрит, вдруг рот разевает и го-го-го-го-го. Опять рот той корзину, он рот разевает и го-го-го-го-го. Это не смех. И этот разговаривает с ним и видит, и тоже как будто на поводу у него пошел. Такой да, священник. Это было точно. Вот теперь, надо вопросы задать какие. И люди так сидели, считали, и когда досчитали уже до половины-то, глаза открылись, мне говорят, до того страшно больно стало, говорит, перестал даже смотреть. Вот и все. Чтобы вы вникли в это. Сейчас я задал этот о поэтах. Сразу же начали смотреть, откуда нашли. Дальше уже не смогли остановиться. Так совсем Бога не знали. Не знали. Я ничего не говорю. Я просто нашел тему, вчера закончил подсчет по своим книгам. И теперь сравните. У нас о Боге, вот в этих книгах, которые я 9 лет писал, и поэты мира писали 300 лет, 300 человек, 300 человек поэты за всю жизнь не помянули имя Иеговы столько, сколько я помянул. Один за 9 лет. А почему? Раз это имя скрыли, а написано, да прославится имя твое. Я его, да в стихотворной форме надо сказать-то, чтобы оно складно было. Я тут ничего не говорю, я просто сказал и забросил материал. И начали работать люди. Вчера как посыпалось на меня со всех сторон. Дать работу. Такая работа, через которую ты Бога прославишь, что сколько нам Бог сегодня дает. Поэтому благодари Бога за правитель, какие есть. Не прислоняйся к тем, которые хулят. С этим народом что? Ну, представьте, все заранее готовятся, выступают, будет президент Российской Федерации Путин. А о чем? Никто не знает. И кто? Федеральное собрание. Высший орган власти. И он говорит минут 30 об одном и том же. О демографической катастрофе. Только не сказал, сколько абортов при его владении сделали за эти годы. А надо было сказать, потому что сколько при Брежневе, сколько это, то другое. Вдумайтесь в это. 120 миллионов за перестройку абортов в стране. 120 миллионов. А за Первую мировую, за Вторую мировую войну, вот когда атомная бомба сброшена была, Гитлер тут, Россия, все вместе потеряли 55 миллионов. Это в женщине. В женском чреве, я говорю, в войне погибло в два раза больше, чем в мировой войне. В два раза больше. Мы еще с ума не можем сойти никак. Бились, платят, и тогда это выступает она, Михайлович, женщина там, казашка-то, платит деньги. Дети нет денег заводятся, говорят, от любви. Все друг друга против друга. Я большие связи имею с мусульманами, я никогда не думал, что когда скатился, они вообще не знают своей веры. Ну, да. На 2000 человек один только, и так осторожно он, так еще раз, так я не могу ответить. Я простые вопросы задаю, 4 вопроса. Никто. Я показываю сегодня. Ты можешь считать? Нет, я не могу. Я говорю, а перевод запрещен. Но у нас тоже был запрещен. Вообще не знают своей веры. Аллах Акбар, на этом все. И никуда. Иисус это пророк. Иисус пророк. Да, пророк, но он и Сын Божий. Нет. Нет, вы заблуждаете. А дальше он не знает. Ему там долбили вот в этом. И значит, он навсегда враг Христу будет. Но люди некоторые разрывают эти узы. Понимаете, с каждым днем убеждаюсь больше, как страшно, что Слово Божие было закрыто. 2 миллиарда людей упустили. Ревность хороших. А теперь ловите ножи и стрелы. Я еще сказал,
Я сказал, статистику показал, какой, кто. Я беру, когда он был? Умер в 632 году. В 632 году. Это 6 столетий на наш, не было их нигде. И в это время я по житиям святых выбираю, кто в это время жил. Как Иоанн Дамаскин, там другие. Выбрал, это отдельно, 1173 биографии в житии святых. Я из них выбрал, кто жил в этот период с ним. Кто говорил о проповеди о Библии? Ни один. И Дмитрий Доростовский-то уже жил, так когда они уже все там завоевывали. Он-то хотя бы упомянул, нет. Встретились, говорю, аналоги с них брали с этих народностей, которые станут нам врагами. Понимаете, когда вот в это вникнешь, все, говорить, разговаривать вообще неохота. Не 7 раз в день на молитву, а не выходить с молитвы. Вот проникнуться надо гибелью миллионов и миллиардов людей из-за нас. То, что научились молчать. Что я решил? Только пока объясняю, только то, что у нас здесь написано. Еще до 10 июня не успею объяснить. Вот как. Это знание во многом знание много говорит, о боли и мучения. Я смотрю на них, какие люди. И обкуренные, пьяные. А у них вообще это запрещается. А они, а я ничего не знаю. Еще похлеще нашего. Вот я так. Игнатий Игнатьевич, так согласно вашей статистике и теории, то вот патриархи вот наши, которые идут, вот эти все, если вот им вопросы задают, они отвечают. У нас же есть там вот эта подборка. И ну там о Христе, ну может быть там пару раз и упоминается, а может и нет даже. О Боге скажут. У меня разбор выступлений. Да. Там 400. Так они что, безбожники? Да. Что-то от тебя не поступает-то, нет. А, ну я закончил уже, я ну, понедельник. Давай другой бери, начинай Кирилла заниматься. Я начинаю это, теперь Кирилла. Выступает, где-то там, тогда был патриарх Алексей II, он говорит, вопрос корреспондент дает им, ну да, какие-то там аргументы и факты или кто-то. Он отвечает, сказал, все засохло нигде. Почему никто даже, ни один священник, никто не разберет? Правильно он отвечал. Это наш руководитель, как бы, православный, никто. А мне покоя Бог не дает. У меня мысль такая, что надо рассказать людям. Я по порядку печатаю то, что вот здесь в книгах все это здесь есть. Что ему задали, как он ответил. Не больше 10% только правильно. Остальное 90% в отвал. Дальше. Митрополит Кирилл, Смоленский, Калининградский. Та же самая история. Старообрядческому Адриану митрополиту, глава у них церкви. То же самое. А мне надо каждый вопрос было вникать. Я несколько раз смотрю теперь и дать причину, а почему он так ответил? Какой анализ? Тут никакого психиатра не хватит. И это все в наших книгах. Так не он только, возьми этот Козлов, выступает. Максим. Да не он только, а еще Юрасов, Авросий. У него почти 460 вопросов ему задают. Две книги, я их разбираю по порядку. Да я его знаю. Да в четвертом томе это все написано, и батюшка к нему приехал, вроде ему прям в тумбочку положил. Так он хоть и сердится, вот все хорошо. Поздравляет с Пасхой, с Рождеством. Он алтайский где-то, с Алейской. Понимаете, это руководители, которые перед народом, и только что бабушка видела, или сказала, или слышал, где. Я ему по слову показываю, по слову Божию нет, зачем ты это приводишь? А Библия говорит так, почему ж ты не говоришь? Кандидаты богословских наук, семинария, академия. Мы ответственны перед Богом ужасно. Что интересно, Осипов Алексей Ильич говорит, если Антихристу суждено здесь быть, где-то, первые примут православное. А почему? Царя ждут, батюшка, он под видом этим подойдет. Без царя мы никуда. Без царя в голове это уже понятно. Поэтому я вот в этих местах, теперь отдельно сейчас, каждый вопрос озвучивает, насчитывает. Когда объединение вот это готовились. По объединению кто у нас считал? Сергей Павлович. Ну, многому научился. Этих документов нигде нет. Из одних документов ответы. Кто сказал, когда, как батюшка ездил, там скрывали, а тут у меня все открыто. Вам не давали, а тут все открыто. Наконец-то читать начали. Аллилуйя, книги ваши. Надо еще раз начитывать, только чтобы другие теперь начитывали. И раз 10 пройти, тогда все будет начитывание. Я... Понятно. Ясно. Ну, у меня помощников хватает.
Достойно есть Якова истину, блажить тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искренния Бога слова ручую, сущую Богородицу тебя величаем. Место где у нас? Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних распри, от беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и наславным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что закрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Алва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи Боже наш, прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечерних благоуханий, приятных перед престолом благодати Твоей, Владыка неба и земли. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. О, Всевышний Создатель, мы умоляем Тебя, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови за нас, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, Спасителя, услыши нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Боже наш, да слушает и слышит раб Твой. Аминь. 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 Богу слава. Тебе не говорили? Что-нибудь?